Знаете, сегодня хорошее настроение, ребята поздравили в команде, так поприветствовали. Есть какой-то азарт такой, то, что день рождения приятно провели. И тренировки были, в принципе, нелегкие, но как бы, я себя чувствовал сегодня так, налегке, можно так сказать. Я каждый год приезжаю со своими амбициями с большими. Мне хочется, чтобы не было стыдно за нашу страну и хочется доказывать, что мы можем гораздо лучший результат показывать. Поэтому я приехал с амбициями, чтобы быть как можно лучше. Победа в каждом матче, это других мыслей не бывает. Я бы не сказал, что какие-то есть проблемы там. Да, есть кто-то хуже знает, лучше язык. Но, в принципе, все очень популярно так объясняет тренер. Если неправильно, он останавливает, показывает медленно, чтобы мы в будущем не делали те же самые ошибки. И поэтому пока мне очень нравится, что много уделяет внимания там мелким каким-то. Если кто-то ошибся, мы остановимся и разберем ту или иную ситуацию. Вы знаете, у меня очень энергичный тренер в Донецке. И здесь очень много энергии от тренера идет. Очень большую роль играет, когда тренер подает позитивную энергию, свой вклад делает в работу. Он постоянно в работе, он постоянно следит за каждым игроком. И я считаю, что это дает положительные плоды. Знаете, в принципе, созданы все условия. В зале не очень, не душно и не жарко, то, в принципе, нормально выдерживаем. Атмосфера в команде. Атмосфера, я говорю, энергетика вообще супер. И, как бы, хороший коллектив. Поэтому я думаю, что атмосфера просто идеальна.